1 мая текущего года специалисты приступят к массовому расчету имущественных налогов физических лиц. До этого периода жителям Пензенской области, имеющим легковые автомобили и воспитывающим детей и инвалидов, необходимо обратиться в соответствующие инспекции, чтобы получить льготы. Напомню, для данной категории на территории региона предусмотрены преференции. Те налогоплательщики, физические лица, у которых есть такой ребенок, освобождаются в случае, если транспортное средство, легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил включительно, соответственно, они освобождаются полностью от уплаты транспортного налога в отношении данного автомобиля. В случае, если мощность двигателя свыше 150 лошадиных сил, соответственно, транспортный налог будет уплачиваться в размере 50% от исчисленной суммы налога. Подать документы, заявление на получение льготы, свидетельство о рождении ребенка, справку об установлении инвалидности можно в любой ближайшей налоговой инспекции через МФЦ, электронные сервисы или направить по почте.